Ну что, это Enigma в мид? Как-то странновато. Как-то странновато, да, Enigma, если что, может кушать крипочков, да, на мид. По итогу по опыту бустанется, а сможет ли она выиграть этот мид? Но пушить за счет эндолонов может. Против Крабелы до 6 левела, но там появится экзорцизм и будет пушиться не только мид. Можно будет стягиваться вместе с гирокоптером, пытаться какие-то киллы на релокейте делать, потом забирать товара. Также можно под ультимейтом заходить, забирать строение и, возможно, и Рошана. Вот Энигма мид. Странное решение. Залив на 5 кэф. Ага, ну психиатр, как-то ты рискуешь очень сильно, видя Энигма в миду. Сейчас, кстати, если еще, давайте посмотрим все-таки за ней. Как она вар тыкнет в мид, уже готовы продолжать. Сейчас, если еще быстрее Крабела поставит, и он зайдет так просто на стандарте тыкать себе вар. То ее можно будет даже и раздевардить. Это все-таки не увидела, немножечко не хватило дойти. Сик, спасибо тебе за подписку. И, как говорится, welcome. Тут бы было вообще неприятно, если бы Нигма сейчас спалила свой вард. Было бы слишком все плохо. Было бы все слишком плохо. На топе уже Омнинайт готов забегать на вражескую баунти руну. Сейчас две, по идее, на топе подконтролят. А, кстати, Висп вместе с Герокоптером могут попытаться и нижнюю свою хотя бы одну отжать. Хотя будет слишком опасно, если Висп поставится. Виспа здесь можно убивать. Если что, стан есть, также розы можно прокачать на фее. Поэтому здесь стоит быть аккуратно. Стоит быть аккуратно, хотя сами на первом спелле неплохо. Стан уже был потрачен, туда же закидываются розы. Близзард, 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 Близзард. Нет, все-таки выживает. Выхиливает его немножечко здесь Висп. И сейчас ускорит за счет первого спела. Фласочка, я думаю, должна быть. Поэтому сейчас хитпоинты свои пополнит. Ну и что по баунти? Забирают у нас две баунти руны, а на топе справляется. Коллектив Signify 2-2. По баунти ровное начало. Уже скушал себе рейнджа. И сейчас линия толканется неплохо на Энигму. Энигма здесь быстрее получит 6-й левел. И, возможно, выйдет в какой-то даже быстрый дагер в этой игре. Хотя быстрый дагер тут не особо поможет. Можно и без даггера справляться, если что, Винтерскер скидаешь. Там буквально по четверым Энигма просто успеет подойти и свой блэкхол выдать. Кстати, практически курьера Дизраптора нашел. Дизраптор здесь выигрывает немножечко времени. Правда, Веспа снизу прохарасили. Фирозблад плюс Висп еще и выжил на последней тычке. Нет, все-таки не хватает урона. Леорик может также подставиться. Это еще минус Леорик. Там подставился под Тандерстрайк и словят Виверну.
Так, парни, наконец-то я тут пофиксил микрофон, теперь точно не будет слышно никаких соседей. Так, как так можно транслировать? Это, дружище, не я. Обзервлю, это вот я выбрал. Обзервера все-таки вроде зашел он у нас. Под ESL вроде как профессиональный должен быть, по идее. Поэтому претензий не ко мне, а к нему. Зачем Мидас на Омнике? Не знаю. Не знаю, зачем купил себе Мидас. Пока что более-менее все хорошо у коллектива. Signify вышечка прохарасилась на миде. Все слишком хорошо у Герокоптера. Фармит он еще и там пару киллов себе оформил. 3-0-4. 3-0-4. И сейчас будут пытаться, возможно, снова убивать у нас Леорика. Леорик 5-го левела. Так, тут идет задувочка, правда, контратака. От Хуа Виз подсаживается. Это минус Виз, 14 секунд. Его не будет. Пытается до последнего драться Герокоптер, но слишком, ну, много урона в него заходит. Возможно, на раз... Хотя бы кого-то забрать, увы, не получится. Слишком все лайхэповые. По пику я брал Дайер. Ну, если не учитывая, что это Энигма медовая, возможно, Дайер бы смотрелись неплохо здесь, но там все-таки Висп, там Герокоптер сейчас с появлением хорошего левела смогут какие-то первые релокейт-киллы делать. И опять же таки, там Висп сейчас купит парочку себе Мелдипро. Спасибо за подписку. Купит себе парочку артефактов и уже будет выхиливать более поприятнее. Парни, если не нравится... Верно контрит Виспа, по идее, да, если он делает релокейт, просто в него нажимается ультимативное, но это не всегда так работает. Висп может просто не прилетать никуда, стоять сзади и просто до последнего выхиливать своих тиммейтов. Все зависит от его позиционки. Четвертый левел от Виверна, неплохая поляна, можно пытаться закрывать их, туда ультимейт от Герокоптера, пытается подсейвить себя хилом Виверна, но, увы, у нее это не получится. Минус 2 может быть, неплохо, Астрал скастовался, за счет Астрала не смогли сбить телепорт. Ну, вообще да. Вообще, по идее, правильно, но не тот уровень игры от коллектива Хоа. Хотя особо ничего сложного нету. Особо ничего сложного нету. Нажал Winter's Curse. Тут, кстати, словили у меня на это. Неплохо просаживается Бэтрайдер. Бэтрайдер должен погибать. Также Энигма может погибнуть. Кастует Black Hole. Неплохо. Возможно, заберет с собой Omni-Knight. Это минус Omni-Knight, но должны ее духи забирать. Да, ультимейтом забирают у нас. Одного также, возможно, зацепят Виверну, если что, ультимейт. Winter's Curse нажмет ли? Нет, не будет нажимать. Тут, кстати, просаживаться очень сильно крабело. Нужно попытаться немножечко времени выиграть для того, чтобы духи ее захилили. Но, увы, наверное, не получится. Отскакивают у нас отсколки от Виверны. Это минус 2 на развороте от коллектива Хова. И вряд ли здесь отпустят Дизраптора. Дизраптор тоже должен погибать. Остается на лоу хп. Урна на нем висит. Последняя тычка задул маслом. У нас здесь Бэтрайдер, и за счет этого получили Вижен и убили вражеского героя. И, кстати, практически счет сравняли. 11-10 счет, 2000 преимущества за коллективом Signify. Но вот сейчас все это преимущество будет сокращаться. Виспу нужен шестой. Виспу нужен шестой для того, чтобы можно было... Сейчас на топе могли сделать релокейт и попытаться хотя бы Т1 вышку забрать. Глимсу, это Энигму, у него уже Блэк Холла нету. Энигму на этот раз точно должны убивать. Кентавра, если что, кстан выдаст, но, увы, сейчас только Кентавра. Плюс 200 под фиде, да, забирает его себе Крабела. И Т1 вышку хотят забрать, но пока что не особо получается. Он мне, кстати, до последнего прилетел сюда. Если что, Леорик стан выдается по Omni-Knight, то Omni-Knight отрезан от своей команды, зашел еще в розы. А будет ли какое-то продолжение? По нему слишком много урона впитывает себя. Сейчас снова себя выхилит. Там уже должен погибать Леорик. У Леорика есть реинкарнация. Забирают у нас Виспа. Также зацепили дальше у нас Герокоптера. Герокоптер остается один. Это минус Герокоптер. И по итогу неплохая драка. Байбек моментально юзается от Виверны. Будут пытаться на развороте сейчас кого-то зацепить. Сало по троим. Но с руки просто должны сейчас забивать Омни-Найта. Омник также погибнет. Это минус Омни-Найт должен сейчас быть. Кстати, выигрывает немножечко времени, подхилил еще себя. По итогу Омника забрать не получится. Появляются также барабаны. Нету, если что, лассо. Просто пытается
Прохарасить, кстати, просто подставился. А зачем Бэтрайдер так нагло сыграл? Снова Сайленс. Шикарно. У нас от Крабели возвращают Леорика. А Леорик в этот раз уже без реинкарнации. Возможно, Веспа заберут. Точнее, не Веспа, а Омнинайт. Также неплохо. Туда взлетает ультимейт. Это уже еще и минус Висп. Также Крабелу вряд ли куда-то отпустят. Минус 3 на развороте. Снова у нас делает коллектив Хо. И счет становится 15-15. Полностью отыграли. То, что отдали, также сейчас под этой армией. Почему скелеты не бьют? Это, наверное, все-таки скелеты вызваны с доминатора, которыми нужно контролить. Либо же непонятно, почему они. Не сагрились на тавер. Обе тимы ракавы. Девять, но пока что кто поставил на 9, тот, наверное, сейчас радуется. Зацепили Энигму, Энигма должна погибать. А если чем сбить телепорт, было потрачено, если что, Глимс, и просто улетать с телепорта Энигма. По итогу просто попугали ее. Арканы появляются у Виверны. Пока что, кстати, уже немножечко пик становится лучше у Хо вот на этой стадии. Единственная проблема то, что кдшится слишком долго вот Black Hole. 200 секунд, больше чем 3 минуты, это единственная проблема. Не хватает урона у гирокоптера, не может он пока что 1 в 3 драться. Но, кстати, там Медасик. Медасик немножечко начинает уже компенсироваться. Купит себе пайп, с пайпом будет поприятнее. Можно докупить себе грифсы, купить какой-то еще... Возможно, Кримсон, и вот прожимая Кримсон, Пайпер, Грифсы, я думаю, здесь не так уже строшен будет тот же самый Бэтрайдер со своим Фэрифлаем. Та же Виверна со сколками, да и Фея тоже славится магическим уроном. Два раза убивать Леорика должны. На Signify, ну, вообще, по идее, должны сейчас собраться, не хватает немножечко. Им вот сказывается все-таки, наверное, этот Мидас. Вообще, по идее, он окупится неплохо, если дальше все будет хорошо, будет фармить, прожимать его там. Еще хотя бы раз 5 нажмет, уже окупится 100%, но пока что не окупается. И за счет этого сейчас с одними арканами по итогу бегает. Мидас, скорость атаки это приятно, но в файте это особо ничего не даст. Да, это BL1. Рома Гринч, это БО1. Спасибо за подписку. И, как говорится, welcome. Что у нас у Леорика? Нужно посмотреть. Там, кстати, ультимейтом зацепили Бэтрайдера. Бэтрайдера должен погибать. Висит на нем Тандерстрайк. Увы, улететь отсюда не получится. Есть у него уже Травела. И, кстати, будет покупать себе не барабан и не форстав, а сразу Даггер. Это Индия тир миллион. Ну, примет даже больше, чем миллион. Больше 6 символов. Ну, согласен. Ну, вообще, по идее, это Signify, наверное, все-таки тир 3 команда. Худшая тир 3 команда, скажем так, где-то в самом низу. А Хо, я вообще таких не знаю. Поэтому... Как-то так. Как-то так, но до матча ставить не было смысла. Мне кажется, в лайве после пиков тоже особо ничего не было ясно. Спасибо за подписку. Evil Cry. И вот по-прежнему еще ничего не понятно. Пока что 17-15. Счет 2000 преимущества за Signify. Еще одна подписка заезжает. Мацалая. Нетворсы. Давайте нетворсы откроем. Топовый нетворс за счет Мидаса у нас Омнинайта. Тут ультимейт раскастовывается. Неплохо. Можно попытаться забирать быстренько ход кого-то. Но фокусит разных героев. Висп на релокейте неплохо запрыгивает. Отзонили у нас Энигму. Энигму нужно убивать до Блэк Холла. Энигма, возможно, погибнет. Винтерскерс хороший. Кидается по Крабели. Но, увы, он первого левела. Слишком мало длится. Это уже минус Виверна. Также Глимсонут Леорика. Дважды его точно должны убивать. И Бэтрайдер просто... Сейчас тоже попытается вернуться. А, кстати, можно зацепить. Можно зацепить, зацепили. Там уже Весел имеется. Это минус гирокоптер. Неплохой, кстати. Шторм был потрачен. Туда же Black Hole по двоим кастуется. Сейчас будут, возможно, похороны коллектива Хо. После такого Black Hole вроде минус 2.
Ультимейт шикарный, там фея просаживается под Сайленсом, но фея, если что, уйдет. В Астрал 2-2 разменялись, правда, там уже Бэтрайдер еще до файта погибал. Спасибо всем за подписки, кто во время файта подписался. Зацепили, кстати, под веслом еще и Крабиелу. Крабиелу бы как-то засейвить. Зачем она под стаками пытается как-то крутиться? Сейчас за счет этого должна погибать. Скорее всего, достают розами. Стан скоро откидается у Леорика. Не хватает буквально пару секунд. И без стана справляются с ней. По итогу похороны не коллектива Хо, а все-таки они смогли неплохо подраться. Причем очень даже хорошо. Что по артефактам? Давайте пройдемся. У Дизраптора, наверное, ничего нету все-таки. Фулл пятерка, хотя 1300 скоро купит себе Shadow Amulet. Там и Клоук будет у него, если что. Стал 9. А, стал с 9, точнее. Нормально. Нормально, кстати, наверное, форстав смотрелся бы поприятнее здесь. Хотя непонятно. Ты один вышку хочет забрать гирокоптер. Кстати, красивая ракетка полетела. Довольно-таки странно. Что у нас здесь? Уже появился пайп и будет выходить в лотус. В лотус тоже неплохо. Если что, можно пытаться как-то доджить. Какие-то спылы. Шикарно было бы Винтерскер задоджить. Тоже неплохо. У Виспа по-прежнему ничего нет. У него даже сапога нет. Но, по идее, сапог ему не особо нужен. Тут нападение на Энигму. Кастуется ракетка. Ультимейтом не попадает. Энигма должна погибать. Пытается по максимуму время выиграть. Но, увы, Близзард ее забирает. У Крабелы уже есть Юл. Также сейчас докупит себе пайп сверху. Точнее, не пайп, а худ. Пайп уже имеется. Это минус Дизраптор. Тем временем у Мирыча тоже не все так хорошо, как хотелось бы. Нужно ему купить Сию. Нужно купить БКБ. И сверху какой-то слот на урон был бы неплох. Либо Дейдалус, либо МКБ. Тоже смотрелось бы неплохо. Тут грифсы, скорее всего, сначала купят, потом выйдет Даггер. Хотя можно сразу и в Даггер выйти. Даггер здесь смотрится неплохо. Пока что вроде более-менее хорошие. Блэкхоллы выдает. В чем плюс? Если скастуется Блэкхолл по троим, в двоих может, если что, Виверна среагировать, нажать ультимейт. Поэтому здесь пока что в тимфайте, когда есть все ультимейты, неплохо. Все нужно получаться ухо. Все зависит от того, как они прожмут свои спылы. У Бэтрайдера уже есть даггер и будет выходить в БКБ. Ну ждем, пока Леорик нафармит. Леорик все-таки идет не по стандартному закупу. Не покупает себе Мидас вместе с Радиком. Уже купил обратку, купил барабаны. И хочет докупить себе даггер. Кстати, купит даггер, купит какую-то кирасу. Уже неплохо будет смотреться в файте. Учитывая то, что к этому времени уже 18 левел будет. Вроде как хорошо, но уже опять КФ9. Так, ну что, на Т1 вышку заходят Хо, хотят ее забрать. Бэтрайдер в позиции, зацепили Дизраптора, попытаются его быстренько убить, но... Убьют они его, заберут Т1 вышку, а возможно и пойдут дальше. Глиф был потрачен, глиф, если что, сейчас после падения вышки обновится. На Т2 вышку, наверное, все-таки нету смысла идти, вряд ли получится ее забрать. Даже с такой армией довольно-таки долго пробивают эту вышку. О, Николай ЧСВ, привет. Привет тебе, ты вчера спать пошел или дождался все-таки Red Rain Cup'а сегодня ночью? 24-21, спойлерить, парни, не стоит в чате. Пропадает интерес смотреть игру. Зацепили там у нас тем временем двоих героев. Т2 вышка практически упала. Есть у меня на это, если что, ультимативное. Но боятся подставляться. Все-таки визг гирокоптером у нас снизу. Контроли две баунти руну. Еще по одну хотя бы здесь забрать. Глимса нули Энигму. Туда же Сайленс. Энигму до Блэкхола нужно убивать. Неплохой ультимейт от феи. Энигма сейчас может Блэкхол раскастовать. Тут у нас уже визг залетел. Блэкхол кастуется по двоим. Будет ли какое-то продолжение? Слишком лоу хп. Энигму убивает. Не успела она весь выдать свой ультимейт. Это минус 3 моментально. Там остается лоу хэповый Дизраптор, но Дизраптор по-прежнему живет. Вот сейчас его забирают, но это уже, увы, минус 4. Это уже минус 4 по итогу с реинкарнацией. После реинкарнации забрали. И трипл килл для Близзарда. Неплохо сыграно и все-таки неплохо залетели у нас. Не ожидали увидеть Виспа вместе с гирокоптером возле Шрайна. И за счет этого залетели... И развалили, как говорится. Блэкхол вроде неплохой был поставлен, но просто со сплэша от гирокоптера разлетелся. Там удара 4-5 он сделал из-за того, что был лоу хп. Энигма просто
погибла. Ну что, возможно, сами захотят эту вышку забрать. Кстати, свою задефали. Да, там лоу хп у нее осталось, но все равно еще пару ресурсов потребуется потратить, чтобы ее забрать. И по вышкам пока что вроде есть гирокоптер, вроде есть крабела, но забирать так их легко не получается. Также и там Энигма, если что, купила доминатор. Вроде бы как, давайте посмотрим. Да, доминатор есть, есть также работяги. Но как-то товара не особо падают, и в смоках идут. Увидели у нас Омнинайта, должны его убивать. Омнинайта быстро как-то зафокусит. Так, остается ультимейт от феи, спирит весел на нем висит. Пытается выхилить, кстати, висп его засейвил. Неплохо, теперь идет нападение на Крабелу. Крабелу точно заберут, Юлом себя поднимает. Кстати, Шторм по итогу по двоим, но не такой уж хороший. Хотя выживает у нас здесь Крабела, сифонами начинает выкидываться. И по итогу драка не супер крутая. От Хо зашли неплохо, зацепили сначала одного, сначала второго, но потом его продолжения не было. Винтерскер шикарный подроим, сюда бы Блэк Холл какой-то попытаться раскастовать, но по итогу Леорика подсейвили, возможно, Виверну заберут, туда есть Юл. Сейчас, возможно, задуют, еще можно вернуть, если что, на Глимсе. Если Глимс, Глимса, по идее, нету. Нажимал бы уже. Вот только сейчас появился, просветили Виверну. Виверну вернули, это минус Виверна. Ну что, неплохая драка. Пачка быстро разлетается, но гирокоптер справляется у нас с такими сумонами, с эндалонами, с призванными с доминатора. Поэтому неплохо. Поэтому неплохо. Вернули еще Леорика. Леорика смогут убить дважды. Леорика 100% должны убивать. Что там по Блэкхолу? Блэкхола еще нет. 13 секунд. Идет весь урон, полностью впитывает Леорику. Леорика лоу хп, но забегает на свой хайграунд. Сейчас должен ультимейтом забирать его Близзард. Это минус Леорик. 44 секунды его не будет, и это возможный заход на хайграунд сейчас от коллектива Signify. Собрались они, ультимейт кастуется от Крабелы, развели на байбек, и сейчас уже есть ультимативный. Ник, мы готовы выдавать Black Hole, сейчас, возможно, нажмет, нужно Winter's Curse. Нужно Winter's Curse за фокусе четверых героев, и просто Энигма сейчас шикарный могла поставить Black Hole, но нету даггера. Нету даггера, не могут Winter's Curse кого-то зафокусить, бежит Виверна, нажать бы сейчас ультимативную, но просто разбегается, понимает, к чему это все дело клонится. С даулонами. Здорово, Ветель. Так, ну пока не смогли никого словить. 24 минута, 10 тысяч преимущества за Signify. И, кстати, зацепили Омника. Омника зацепили, выигрывает времени, но сейчас просто пятером будут его бить. Хотя не сильно его и пробивает Леорик. И стягивается сюда команда Signify. Выигрывает очень много времени. Статик Шторм по троим успевает выбежать из поляны. Сейчас просто разбегутся отсюда коллектив Хо. Хотя глимпсанули Леорика. У Леорика должна откатиться. Шикарный Black Hole. Но Black Hole, увы, кастуется у нас Winter's Curse. Урона не проходит. И сейчас просто должны неплохо драться на развороте Signify. Там кастуется ультимативная. Неплохо. Так, гирокоптер выживает. Гирокоптер убивает у нас уже Виверну. Также, возможно, заберут еще и Энигму. Это уже минус 2. И глимсануть бы Леорика. Леорика глимсанули. И сейчас, если что, даже дважды должны его убивать. Наперед релокейт. Леорик может с собой попытаться хоть кого-то забрать. Не угадывает релокейтом. Прочекал это дело Леорик, но все равно погибает. Замедлил после реинкарнации оппонентов, но, увы, погибает. 70 секунд его не будет. Тратил он у нас в прошлом файте байбек. Также зацепят и фею. Фею бы как-то вернуть на глимсе. Что там по глимсе? Глимс слишком далеко пошел. Баунти руны собирать. Дизраптор. Кстати, медлению задефали, боятся почему-то драться. А вопрос почему? Возможно, хотят по шайнам поработать, собрать баунти руны, которые не собрали снизу. Хотя мид забрать можно было. Бабочка появляется тем временем у Гирыча. И сейчас с бабочкой, как его пробивать, будет непонятно.
Решили все-таки отойти, забрать Т2-вышку. Там по-прежнему нету у нас, если что, даггера у Энигмы и, возможно, купить себе грифсы. Хотя даггер уже был один момент, когда если был бы даггер, неплохой бы блэкхол выдавала. Хотя стоит вопрос в другом. Если бы знали, что есть даггер, стали бы так четвером. У нас коллектив Signify, Т2-вышку снизу забрали, остается последняя внешняя вышка. Возможно, сейчас стоит пойти забрать верхний шрай, зайти на рошу и за счет этого потом просто пойти по топу и делать мега крипов. Да, заходят на Рошана без шрайна, кстати. Хотя там тратил байбек. Виверна тратил, также Леорик, поэтому просто даже по таймингу не успевает зайти на этого Рошана. Нету, если что, блэкхола, 30 секунд, еще его не будет. Что там у Гирыча? У Гирыча уже практически хватает на Сию докупить себе. И сейчас Гирокоптер просто с бабочкой Сия с БКБ, с Аегисом зайдет и, я думаю, закончит уже наконец-то эту игру. Возможно, глимпснут сейчас Энигму. Поляна поставилась по итогу неплохая, но успел, выбежал отсюда. Начинаются какие-то фризы, вернули Энигму, Энигму должны быстренько убивать. Энигму убивают, 40 секунд ее не будет, зато есть возможность выкупиться. Если что, также уже откэдэшился Black Hole, поэтому, возможно, и нажмет байбек. Хотя 40 секунд, не так уж долго осталось быть в таверне, балуется ультимейтом фея. Хотя не идут по топу, решают все-таки зайти по миду, слишком хотят развести, наверное, на этот байбек, либо просто забрать мид сторону. 25 секунд, но без Black Hole драться не стоит. Да, не хочет выкупаться Энигма, покупает себе на все деньги даггер. И сейчас, если снова ее зафокусят, будет очень и очень неприятно. Купили там смоки уже, готовы, если что, с базы их нажимать, чтобы Энигма выдавала ультимативную. Но уже сейчас может быть минус две стороны от коллектива Signify. В спине находится фею. Фею бы эту как-то найти. Ультимейт она, если что, может прожать. Увидел ее дизраптор. Фею сейчас быстренько зафокусить до ее спилов. Было бы неплохо. Что там Энигма? Энигма только подходит в файт. Так, Винтерскерс шикарный по троим. И сейчас должна прыгать Энигма. Правда, будет ли смысл? ПКБшечки уже прожиты. Там Виверна практически погибла. Бежит до последнего Близзард. Хилит себя. Но, увы, этого не хватает. Еще глимпсанули у нас Бетрайдера. Бетрайдера также можно попытаться быстренько сбрить. А Бетрайдер без байбека. Блэк Холл кастанулся. Сразу же сбился. Но это конечно. Это конечно, два героя погибают, у двух героев нету байбека, также сейчас зацепят еще и фею, Виверна также уже байбек свой потратила, поэтому, увы, это good game. Минус 4, реинкарнация есть, после реинкарнации можно забирать, там скоро глимс откидешится, глимсовать можно хоть кого-то, но под тавер просто иду, точнее не под тавер, под трон, тут у нас ультимативно юзается, он мне готов идти до последнего, просто под фонтаном избивают. Коллектив Хоа и Энигма прописывают good game. 29 минут потребовалось, чтобы Signify закончили эту игру. Хотя, кстати, немножечко нервы потрепали. Они здесь немножечко подзакинули, но потом смогли...